На. Всегда хотел нажать большую красную кнопку. А когда нажимать? Я буду следить за радаром. По моему сигналу ты пошлешь импульс. Они не поймут, что это было. И, кстати, да. Мы собираемся жахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов. И как ощущения? У нас только один шанс по нам. Главное его не просрать. Не ссы. Я все довожу до конца. Всегда. Вот я заметил. Тут тихо. Ни городского шума, ни голосов, ни запахов. Ничего нет. Ветра это ощущение только сильнее. Я уже и забыл, что такое тишина. Угу. Но насчет запахов я не уверена. Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине. Очень смешно. Лучше следи, когда появится Ави. А то пропустим еще. Вот оно! Летит с Пасифики! Так, приготовься. Еще секунду. Еще. Давай! Бум. Готово. Черт, что такое? Да ебись оно все. Супер. Просто супер. Попали! По нам двигатели еще работают. Они сейчас уйдут. Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. По нам, ты что вытворяешь? Теряет высоту. Ну все, им пизда. Поехали. Нормально. После такого уже не полетаешь. Они или сядут, или разобьются. Ты засек их? Прием. Ага. Ави без маркировки, теряет высоту. Это месяц Скорпион. Ничего себе, какого хера. Заканчиваю все работы у генератора. Езжай за ними, я скоро. Может, батарея сразу. Скорпион, это по нам. Не трогайте это Ави. Повторяю, не трогайте это Ави. Ага, нет. Придется начать праздник без тебя. Это Кантау! Подождите меня! А лучше мотайте оттуда! Наверное, приехали вытаскивать выживших. Они не в курсе, что это корпорат. Черт, меня не слышно. Импульс забивает частоту. Три сигнала на радаре. Дрон. Да, приготовься. Они хотят нас задержать. Хера лысого! Мы должны добраться до Скорпиона с Питчем. Заело, что ли? Я посмотрю. Держись, поедем на автопилоте. Заело. Вот. Они у нас на хвосте, по нам. Знаю. Гребаные защелки не открываются. Еще чуть-чуть. По нам! Да ничего со мной не будет. Вот так нормально. Еще часик протяну. Часика хватит. Этим холмом. Ну, одной проблемы меньше. Ах, сука! Банан, все нормально? Долбаный рикошет. Ты как, жива? А то живее всех живых. Чувак, ты где? А?
Алло, Скорпион! Идите дальше по открытому каналу. Вдруг до них не дошло, что вы тут. Ебануться! Что-то случилось! Ты слышал выстрелы? Дви, с ними что-то случилось! Проверим. Вижу Ави. Скорпиона нет. И Митча. Рассроченный. Ай, хуй. Ви, подключись к дрону. Просканируем округу. Надо узнать, что творится. А нас не обнаружат? Я включу маскировку. Сканеры у них вырубились. Ничего, мы проскочим. Погнали. Подключишься к визору. Угу. Ви, если они добрались до Альдекальта, если Митч и Скорпион погибли... Знаю, знаю. Подключился. Беру управление. Нет. Мне жаль. Это твой клан? Альдекальда. Да. Все погибли. Все. Ви, а если... Спокойно. Мы пока Граната... ничего не знаем. Митч! Он жив! Их взяли в плен! Может, его убрать? Может. Сначала надо туда добраться. Если бы не эти блядские помехи, я бы их предупредила! Это все из-за меня! На кой хер они поехали за этим Ави? Бараны! Слушай, мы видели Митча. Наверное, Скорпион тоже у них. Найдем их и освободим. Если только они еще живы. Они живы. Все будет хорошо. Смотри на установку. Если подъедем близко, нас разнесут. Давай так. Ты останешься в машине, а я... Ага, конечно, размечтался. Я с тобой. Там мои парни. Панам, ты, может, не в курсе, но тебя ранили. Жди в машине. Я попробую разъебать гранатомет. Ну, ладно. У меня есть винтовка Митча. Я постараюсь прикрывать тебя отсюда. Хорошая мысль. Я пошел. Они об этом пожалеют.
Так, все чисто. Еду к тебе. Дверь, я тебя прикрою. Давай! Не подходи! А ну-ка отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие спокойно. Быстро! Спокойно! Мы можем сделать так, что никто не пострадает. Мы... Поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, пана. Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион? Он здесь? Мич? Мич? Он жив? Панам, прости меня. Я не успел. Нет. Нет. Ты уверен? Нет, он... Дерьмовая история. Соболезную. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели Чиону? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито, а мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет. Все в порядке? Может... Спасибо, что вытащил меня. Жаль, не смог вытащить всех. Ну что уж теперь. Мне нужен пассажир, который летит... Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало, небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Я поеду за ними. Останься с Митчем, я справлюсь. Я с тобой поеду. Я же обещала, что помогу. Кроме того, эти твари убили Скорпиона. Я им этого... Не спорь с ней, Ви. Бесполезно. Езжайте, я соберу... Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Отлично. Кантау явно ищут Ави с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. А нам? Что? Ты же вернешься за машиной? Вернусь. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Слушай, насчет твоего клана, твоих друзей, я понимаю. Правда. Я тебе помогу отомстить Кантау. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. Я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви, ты хороший. Ты помог мне с Нэшем, потом... Так что найду я тебе этого Хельп. Нет, кочевники всегда помогают своим. Так я теперь для вас свой... Польщен. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. Эти ребята были тут! Так, поехали за ними.
Родион говорил, мне будет плохо. Он так хорошо тебя знал? Может, даже лучше, чем я сама. Он говорил, что когда мне осточертеет город, мы накупим консервов, набодяжим в термосихотик с виском и поедем, куда глаза глядят. Он хотел бы ехать подальше на всех. Клево. И я так хотел. Тогда почему-то всегда. Тут только старый бетон и ржавые железки. Если они хотели отсюда предупредить своих... Всякое ждал... бывает. Но ты-то жива. И у тебя есть еще кое-какие дела. Фургоном сидит с нами. Ты его ебишь перед нами. Могла забыть.